15 июня воспитанники лагеря Дома творчества посетили Центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Десногорска. Ребят познакомили с работой пожарных и спасателей, напомнили правила поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В этот день урок был посвящен правилам обращения с огнем. Детям объяснили всю опасность шалостей в случаях поджога травы весной. Сотрудники центра поведали историю создания МЧС. Специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Алексей Труханов рассказал, как правильно звонить на номер 112. Затем детям было продемонстрирована экипировка спасателей. И, конечно же, на ребят произвела большое впечатление аварийно-спасательная машина. Экскурсии проводятся с целью обучения детей безопасному поведению при различных чрезвычайных ситуациях, чтобы дети понимали, знали, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации. Чем раньше ребенок начнет понимать, как действовать в той или иной ситуации. Вот. Сначала это в какой-то игровой форме можно проводить занятия, но потом уже, когда дети становятся старше, соответственно, можно уже переходить на более серьезные вопросы и доводить уже информацию другим способом. Школьники остались довольны после экскурсии. Мне понравилось то, что было очень интересно. Было много познавательного, что узнали, как нужно вести себя при пожаре, куда звонить. Благодаря таким мероприятиям у детей сформируется большой фундамент знаний правил пожарной безопасности и умение грамотно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций.